Здравствуйте, уважаемые подписчики канала ветеринарной клиники Биовет. Сегодня тема нашего ролика – самые большие собаки в мире. Пока одни люди отдают предпочтение декоративным породам, которые можно носить в сумочке и выгуливать на кошачий лоток, другие твердо уверены – собака должна быть большой. Итак, выясняя, какие породы самые крупные, мы составили рейтинг, который базируется на среднем весе собаки и на высоте в холке. Итак, первая крупная порода – дирхаунд, шотландская оленья борзая. Дирхаунд – это довольно худая собака, и весит она немного, 41-46 килограммов, но благодаря своей высоте, которая как минимум 71 сантиметр, дирхаунды относятся к крупным породам собак. Ньюфаундленд. Этот аристократ приехал из канадской провинции Ньюфаундленд, граничащей с водами Атлантики. Неудивительно, что эта порода собак очень хорошо плавает. На родном острове их используют для того, чтобы они вытаскивали сети с рыбой из воды, переносили тяжелые предметы и даже работали в качестве нянек. Тибетский мастиф. Вообще, существует несколько разновидностей мастифов, и все они довольно крупные собаки. Тибетский мастиф окутан ореолом загадочности. Это одна из самых древних, редких и дорогих пород в мире. Первое упоминание тибетского мастифа датируется еще 4 веком до нашей эры. Еще Аристотель отмечал выносливость и силу этой собаки. Ирландский волкодав – это одна из самых высоких собак в мире, и она имеет свою давнюю, полную величия историю. Еще за 4 столетия до нашей эры кельты использовали их, ну вернее их предков, кельтских борзых, для охоты. Итак, мы приближаемся к самым крупным собакам – немецкий дог. У этих гигантов собачьего мира даже нет верхней границы роста. Известно, что самки должны быть не меньше 72 сантиметров в росте, а самцы не меньше 82 сантиметров. Именно к этой породе принадлежит самая высокая собака в мире – дог Джордж. Итак, самая крупная порода собак в мире – английский мастиф. Именно эти собаки занимают рейтинги самых крупных среди всего многообразия пород. Самцы достигают роста примерно 90 сантиметров и весят 100-110 килограммов. Но самый крупный английский мастиф Геркулес вырос до 94 сантиметров и весил 155 килограммов. Несмотря на свои внушительные габариты, английский мастиф – это добродушная собака, которая является отличным компаньоном для всей семьи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорой встречи!